Нихао. Здороваться на языке народа, блюдо которого мы будем готовить, становится уже доброй традицией. Правда, я никак не могу запомнить, как называется это блюдо. Ну что тут сложного? Гунбао цзинь. Это классическое сычуаньское блюдо, придуманное на западе Китая. Изобретателем этого блюда считается Дин Баоджэнь, китайский сановник и известный гурман, живший во времена Цинской династии. Своих гостей он часто угощал блюдом собственного изобретения – кусочками курицы с перцем. А так как при императорском дворце он был воспитателем наследника, должность которой называется гунбао, то и блюда его стали называть гунбао цзэдин, буквально кусочки куриного мяса, приготовленные по рецепту гунбао. Так, из чего же готовится это блюдо? Это блюдо готовится из кусочков куриного филе, обжаренное с арахисом и острым перцем чили. А также мы используем соевый соус, оливковое масло, уксус бальзамический и вино красное, перец, кунжут, соль и сахар. То есть приправ должно быть много? Да, китайская кухня основана на том, что приправы они добавляют очень много и в основном добавляют остроту и пряность. Обычно используют куриное филе, но сегодня мы будем использовать бедро, потому что это мясо мне больше нравится, оно намного сочнее и вкуснее. Не успела я глазом моргнуть. Разделано. Что дальше? Разделано. Дальше мы будем его нарезать на кусочки. Крупные кусочки? Кусочки будут средние. Мы его будем сейчас мариновать. Все это маринуется в течение 20 минут. Вообще желательно, конечно, если замачивать со вчерашнего дня, с вечера. Пока маринуется курица, мы с вами будем готовить соус. Из чего? Соус у нас идет бальзамический уксус, соль, сахар, перец, кунжут. Приступаем к приготовлению. Обжариваем арахис. Как мы проверяем готовность арахиса? Готовность арахиса как семечки. Он будет отшелушиваться от своей шелухи и немножко потемнеет. Нарежем лук. Нижняя белая часть идет у нас на обжарку, а верх зелененький пойдет у нас на украшение. Нарезаем перец. Хочу обратить внимание, что перец острый не везде. Острота идет от корня до кончика. То есть кончик у нас сладкий, середина острее и конец острый. Это для тех, кто хочет поострее, значит, берем конец. Перед тем, как обжаривать курицу, мы с вами обжарим лук и перец. Масло становится пряным, островатым и передает этот вкус курице. Курочку мы до какой кондиции обжариваем? Курицу мы обжариваем, как говорят итальянцы, аль денте, чтобы она была мягкая и сочная. А как говорят китайцы? Насчет аль денте у китайцев не знаю, но конкретно этого блюда, если касаться, китайцев говорят буладе, то есть не очень остро. Поэтому, кому доведется ехать в китайский ресторан, обязательно надо напомнить буладе, чтобы они сделали вам не ладе. Наша курочка по традиционному китайскому рецепту готова. Мы будем пробовать, а вы записывайте рецепт.